Приманка вся уже раздолбанная, блин. Но живая и рабочая. Это я о том, что резина классная. Многие съедобки уже бы давно пришли бы в негодность. А тут смотри, вот смотри, что он творит, а? Блин, я даже не знаю, ребят, как передать... Ой, еще один за ним шел. Как передать то вот настроение, те чувства, которые я сейчас испытываю. Да, я не знаю, когда последний раз у меня было что-то подобное. Не то, что в этом сезоне, а вообще. И как же я рад, что сегодня приехал на Ифро. Ведь все сошлось. И погода, и время, и клев, короче. Звезды сошлись. Тух. Давай, где вы там? А, ты уже сидишь, извиняюсь. Ух, ух. Эх, а на ультралайте на катушке Фриксон-то поющий, сейчас бы он как бы он мне сейчас пел. Нет, эти окуни... Стоять, Зорька. Таких, разумеется, можно и на жареху использовать. Тут не только к котам. И что еще хочу сказать? По котачьему окуня, который схватил на падении. А, окуня я здесь ловлю на Ифро вот так вот первый раз. Как-то года два назад, наверное, я читал отчет одного рыболова отсюда, то, что они попали на жор окуня. Но сам... Ну, были единичные поклевки, поимки, но бессистемно. А тут смотри-ка, а. Они даже не дают приманке упасть до дна. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Ну, давай, сядь. Ух ты, хорошо тюкнул. Это сковородочный, по всей видимости. Ух ты, красавчик. На. Есть. Знаете, скорее всего, я сейчас буду просто ловить, потому что я уже реально не знаю, что вам рассказывать. Интересно, что быстрее закончится окунь или мое терпение и желание ловить. Хотя, да какое желание ловить-то вряд ли когда-либо закончится. А значит, теоретически здесь можно и неплохо оттянуться по окуню зимой. И здесь даже соревнования происходили. Вот на такого бы, да, вот с балансирчиком. Или на мормышку, на безнамотылочку. Ух, ё-моё! Это ж какая песня. Они там, по-моему, стоят, знаете, в очередь так. Следующий. Одного вытаскиваешь. Следующий. Не понял, что, без поклевки, что ли, будет проводка? Оу. Нифига, я уже от такого отвык. А нет, был ударчик. Как это без поклевки? Вот он, родимый. Ладно, тебя тоже отпущу. Хотя при другом раскладе, конечно, этот бы окунь пошел на пропитание моим шерстяным пацанам. Но сегодня, как видите, у нас обстоятельства абсолютно другие. Так, все равно сейчас попробую поэкспериментировать. Сейчас покажу и расскажу. Я, ну, бляха, посмотрите, какие окуни арбы. Так, объясняю суть эксперимента. Вместо
того раздолбанного всего пионера полтинника поставлю 74 размер. Хочу узнать, первое, будет ли клевать на размер побольше? И второй вопрос, отсеет ли мелочевку более крупный размер резины? Да, кто-то что-то пытается что-то зажрать. Ага, сел. Сел хороший. Ну, немногим крупнее, но тоже хороший. Хотя соседника снимать их потяжелее. И цвет такой осень. Блин, ветер крутит лодку. Приходится постоянно изворачиваться. Бьют, но запихнуть в рот не могут. Может быть, мешается поддев осетника. Все-таки полтишок-то он компактненький. Кстати, рекомендую использовать спиральки, так называемые, пружинки. Тогда резина не сползает с крючка. Угу. И еще один арбузик идет. Вот он. Так, но поклевки, конечно, они намного реже, нежели чем на мелкие. Так что, скорее всего, я сейчас сам покушаю, я уже проголодался, и решу, что делать дальше. Пока перекус. Не, разумеется, кто будет жрать. Да, разумеется, кто будет останавливаться на обед, когда идет жор. Сознательный рыбак так не поступит. Так что так, мимоходом запихиваю бутерброд и запиваю чаем. Кстати, чай прикольный мама дала. Называется Глинтвейн. Там, блин, все. Там каркаде, корица, апельсин, чай, бадьян, еще чего-то. Ну, очень прикольный чай. Мне очень понравился, ароматный. Ну, ты возьмешь или не возьмешь, что в конце концов. Ну, запарил уже парень. Вот уже вертикально, вот он. Смотрите-ка. Кстати, заменил цвет пионерщика. Поставил тот, который у меня появился, один из первых. Блин, смотрите, и опять сажал хвост. И хрен с вами, будете на слаг клевать тогда. Любят они кусочки отдербанивать за сери. Ух, блин, вот это была подача. Ребята, видели, спиннинг аж к воде наклонился. Вот это злюка. Ну, хотя это, наверное, это другой окунь, я думаю. Потому что, ну, тот... А, гуляй. Тут уж очень сильная была поклевочка. Мощная прям. Только хотел сказать то, что на слаг в этом цвете окуни реагируют хуже. Но нет. Очередной мазафака отправляется в пакетик. Что-то начали одолевать сходы. Вот в этом и косяк данной снасти, то, что она грубая и просто-напросто рвет окуню губы. А фрикцион тут толком не отстроишь, по-моему. Конечно, в этом плане второй комплект, который сегодня навернулся, был предпочтительный бы. Опа, есть. Угу. Как же не хватает поющего фрикциона, ребята. Вот хрен знает то, что... А что такое крупное что-то? Опять шухать, что ли? Да, похоже, что это щука, а не окунь. Сейчас посмотрим. Да, еще одна щучка. Какая прелесть. Покатай меня, большая черепаха. Вот кручу, да, вроде бы фрикцион срабатывает, а я не могу понять, нужно ли усилие добавить или наоборот, или наоборот надо ослабить фрикцион. Неудобно, конечно. Сейчас она немножко подзагребется и буду принимать на борт. О такой рыбалке, ребята, я даже не мечтал. А каким героем я сегодня пристану в глазах жены и котов?
Ну, бодрая, смотрите, как осенняя, бодрая реально рыба. Я ее никак не могу выгулить. А напоминаю, что у меня там стоит 50-ка. Крючочек маленький. Поэтому я боюсь, то, что она ее разогнет просто-напросто. Вполне нормальная щука. И опять, видите, аккуратненько так. Бляха. Фу. Зараза. Ну ладно, ничего страшного, рыбы мне сегодня хватает, так что не сильно-то и жалко. Но зато руки остались целые. Но все-таки я переставился, потому что, ну, блин, боюсь, что постоянно будет камеру задувать микрофон. Сейчас, наверное, еще немножечко порыбачу, и пора уже, наверное, сворачиваться. Потому что рыбалка, ну чего, она уже состоялась, это было что-то фееричное. Даже нисколько не жалко, что последний вот этот шнурочек, который был, он сошел, опа, и чуть я не профукал якорь. Ребята, пауза. Кто-то скажет, вот нафига тебе столько окуней? Объясняю. Берете окуней, чистите их, в смысле снимайте шкуры, прям оставляя мясо, укладываете в казане. Ну, мы обычно не казан, господи, это. Ну, короче, типа кастрюльки с толстыми краями. Как же он называется-то? Забыл. Вот. Выкладываешь их, добавляешь немножко маслица, морковки, лука и тушить. Это вообще-то. Окунь в таком виде, это просто превосходно. И, конечно, жалко, что у меня нету коптилки. На копчуху таких вот самое оно. Смотрите, на каждой проводке вообще, по-моему, чуть-чуть не сглазить, конечно, бы. Но окунь сегодня просто в ударе. И вот интересно, а вот завтра, я не говорю через неделю, а вот завтра он здесь же будет или нет? Вот если приехать. Будет такая же раздача. О, щуки. А, висит, висит. Думал, тоже сошел, а нет. Да. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Вообще обнаглел. Таких окунев за борт вообще. А мы же с вами не жадины, правильно? Мы берем тоска. Столько, сколько нам нужно. Что-то я вообще ничего не понял, что это у меня произошло тут. Перебежка, что ли? Вот. А ведь с другой стороны я мог и пройти, правильно? Мимо вот не заметил бы, не решил здесь закинуть. И пошел бы дальше. Фиг знает, чем бы закончилась сегодняшняя рыбалка. Возможно, то, что вот этот шнурок, который... Он шнурок. Щука, которая попалась у меня первой на твичинг, да? Возможно, это был бы единственный трофей на сегодняшний день. И вот что еще хочу, ребят, отметить. Вот многие кричат, то, что платник, да, вот ловля как в аквариуме. Вы посмотрите, это... Да, да подожди ты, дай проводу, дай хоть поболтать. Вот, это... Посмотрите, это озеро, обыкновенное лесное озеро, которое просто немножко облагородили. Все типа, о, нафига ездить на платнике, если рядом Ока, если рядом Волга. Ребята, а на Оке и Волге у меня, например, нету места, где я знаю, где я могу хорошо порыбачить. А тут приехал, парковочка, пожалуйста. Подъезд нормальный. Если хочешь, там даже, по-моему, сейчас перекусить есть где. То есть нормальная, цивилизованная рыбалка. А на рыбе не написано, что у нас платника. Окунь как окунь, полосатый. Мазафака. Сомневаюсь, что тут, знаете, утром построение у рыбы. Типа, о, сегодня приедут рыбаки, так что всем клевать. Хрен там. Да ты возьмешь или не возьмешь? Нет, не взял. Нет, взял. Нет, не взял. Взял. Нет. Так взял или нет? Взял. Красота. Останавливаться вообще неохота. Так, сделаю паузу.
позвоню Надюшке. Вот, пока болтал. Интересно, кто-нибудь клюнул или нет? Не понял. А, да. Не въехал. Есть. Сидит. Интересно, он то ли на меня идет одно время, то, что провис такой лески. Ну вот. Парень клюнул на стоячку. Как на поплавочную удочку уже ловлю. Окуня-бров. Блин, опять из приманки слаг сделали. Зараза. Ну, хотя, с другой стороны, вот сколько я долблю, да? А это, по-моему, ну, не считая цельной, третья приманка, которую не измахратили. Кищ, мух полосатый. Бум. А им пофиг, слаг, не слаг. Ребята готовятся к зиме, поэтому жрут все, что мимо пролетает. Я даже не знаю, ребят, вот вам сейчас интересно это смотреть или нет. Так что, если можно, в комментариях напишите. Насколько интересен такой формат просто избиения рыбов. Какой-то хорошенький идет, походу. Или... А, он подбагрился. Ротом не съел, так атаковал плавничком. Подожди, я тебя сейчас отпущу. Не ерепенься. Беги. Да, приманка вообще в хлам. Но сейчас я сделаю то, что сделать сложнее всего. Я постараюсь поймать последнего окуня на сегодня и закончить рыбалку, потому что остановиться, ну вот, ребята, это практически невозможно. Блин, он вообще не перестает клевать. А, ну, мне хватит, в принципе, ну куда еще? Можно, конечно, сейчас просто бомбить его и отпускать, но кайфы я уже хапанул немерено. Снято материала на огромный мувик, полноценный практически. То, что, я думаю, можно закругляться с чувством, так сказать, выполненного долга. Тем более уже обед. Ага, жрет, жрет потихонечку. Ну, вот он. Нет? Нет. А да, вот он сел. Вот, ну где ты мой? Ох, юхро, ох, спасибо, а. Все. Вот это я кайфанул. Ребят, чего я желаю каждому из вас попасть на такую замечательную рыбалку. Ну а с вами был Сахалинец. Пока-пока.